в Ярославской области проходит благотворительная акция «Ярославия помогает» по сбору гуманитарной помощи для жителей приграничных районов Курской области. В Угличском районе первый полуторатонный гуманитарный груз был собран и отправлен при активной поддержке местного отделения партии «Единая Россия». К работе оперативно подключились члены угличских отделений, добровольческой организации «Надежный тыл-76» и ветеранской организации «Боевое братство», волонтеры молодежного центра «Солнечный» и штаба «Мы вместе». В сборе гуманитарки участвовали организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, администрации района, городского и сельских поселений, обычные жители. Вторая отправка в Курскую область состоялась 29 августа. Гуманитарная помощь на самом деле очень разнообразная. Это различные виды продовольствий, это средства личной гигиены, это детские товары, это детское питание, это одежда и все, что необходимо в столь непростое время жителям Курска. В Ярославле, в Толбухино есть большой пункт сбора, где со всей области стекается гуманитарная помощь, после чего она сортируется, соответственно, по видам, то есть продукты питания, средства личной гигиены, бытовые какие-то моменты. Они рассортировываются и уже отправляются эшелоном в Курскую область. В настоящее время на территории Угличского муниципального района дополнительно открыты 7 пунктов для сбора гуманитарной помощи. Головной пункт по-прежнему располагается в молодежном центре «Солнечный». Помощь мы продолжаем собирать, мы не останавливались ни на один день. Мы собираем сейчас не только для Курска, но и также актуально остается сбор гуманитарной помощи для СВО. Прийти можно в молодежный центр «Солнечный» по адресу улица Ленинская, шоссе, дом номер 1, и принести все то, что человек посчитает нужным, сюда. Также есть ряд QR-кодов, куда люди могут перечислить денежные средства.